вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий день. На Гомельщині почалася калядная акция. БРСМ и БРПА разом с усіми жадаючими выполнят мары детей. До 30 снежня можно унести свой доброчинный уклад, как повиншовать ребят, которые особливо мають у гэтым потребу. Собранные сродки отправятся в Мазырский дитячий дом, Брагинский и Октябрьский районные центры коррекционно-развивающего навучания и реабилитации и у Петриковское специальное профессийно-техничное училище закрытого типа номер 1. Дети каждой установы попросили до свято необходимые подарунки. Нехто загадал спортивный инвентарь, а нехто компьютеры и книги. Усяго необходимо собрать каля 40 миллионов, а зарабить это разом простей. Достатково до конца года отправить сродки на доброчинный рахунок БРПА, номер якого вы зараз бачите на своих экранах, в отделениях Белинвестбанка по Гомельской области с пометкой «Акция «Цуды на каляды». Больше за 130 юных талентов с Беларуси, Украины, России, Молдовы и Эстонии примут удел у 13-м международном детячем конкурсе «Музыка надеи», который пройдет сегодня в Гомеле. По традиции, масштабное культурное мероприемство отбудется у концертной зале Гомельского колледжа мастерства имя Соколовского. За историю проведения «Музыки надеи» тут уже выступило больше за 1000 молодых талентов из 8 краин света. У конкурсные дни у стенах колледжа так само проходят концерты выдатных музыков Беларуси, близкого и далекого замежа, лауреатов международных конкурсов и майстер-классы от членов журы. Юные удельники сёлетней «Музыки надеи» будут демонстрировать свое майстерство, уволодание духовыми и ударными инструментами у двух взрослых группах. Молодшие от 8 до 10 годов, старейшие от 14 до 16. Переможцы конкурса отримают дипломы и грошовые премии. Сегодня у эфира телеканала «Беларусь-4» глядите черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Как и завсёды, телеглядачов чекая размова с цікавыми людьми, ведущие обмеркуют важные подеи, закрануть актуальные темы. На гэты раз гостем передачи станет переможца конкурсу «Маленькая гомельчанка-2015» Ганна Грудина. Разом с мамой и организатором спаборництва юных прыгажунь она расскажет про атмосферу и уражение от конкурсу, с какой мэтой его проводили и какие перспективы открываются для переможцев. Гутарка пойдзе и про починаючих танцоров. У студию программы «Добрый вечер, Гомель» завітають чемпионы международного турниру по спортивно-бальных танцах «Гомель Кап 2015» Тимофей Изюмец и Ксения Синицына. Разом с тренером яны поделятся с телеглядачами секретами поспеху и планами на будущее. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» в эфире телеканала «Беларусь-4» сегодня у 19:00. У Гомелі вызначылі лепшага кота. На выставу гэтых жывёл гаспадары прынеслі каля 100 сваіх гадаванцаў самых розных парод. Як без слоў уразіць журы і атрымаць галоўны прыз, ведае Олег Сентероў. Золотый кот Беларуси. Выстава хоть и имеет такую назву, але по сутности является международной. Для удела у ее со своими годованцами у Гомель приехали представники России, Украины и Латвии. Пытаться у их, чему яны так любят менавіта котов, сенсу не мая. Это сапраўды любовь, причина якой тяжко растлумачить иншим. Люблю за их общение. Котов надо понимать. Они как те же люди. У них свой характер. У них свое отношение к человеку. В принципе, это очень умные животные. Скоттиш Фолд, Корниш Рекс, Курильский Бобтейл, Донский Свинск, Мейн-кун – назвы пород, которые для инших только экзотика, для соправдных аматоров котов, как чаровная музыка. Этими живелами соправды нельзя не зачаровываться черными и шерами, желтыми и белыми, великими и маленькими. Вот гэтая коты с породы шотландских весловухих. Фрейди 3,5 месяца, а Долорес 4. По сутности, яны еще дети. И как усе нормальные дети, яны вельми добрые и прыгожие. Хоть только демонстрации котов у Гомеля не обмежевались, бо гэта не только выстава, але еще и конкурс. На каждую породу есть свои критерии, по яких эксперты и вызначали лепших. Причем самим экспертам такие взносины с котами заеты приносили великое задовольнение. Котам, магчыма, сподобалось и не усе, але поводили себе яны у основном миролюбиво. Любая кошка породистая, она должна проявлять добронравие и хороший характер. Они могут кричать, пытаться убежать, но они не должны кусаться, царапаться, проявлять агрессию какую-то. Об своих годованцах их уладальники, сдается, ведают усе и могут рассказывать об этом, напевно, годинами. Зразумела, шкода, коли кот не трымал узнагороду, але от этого любить его меньше не будут. Особисто для котов это, напевно, самое головное. Сын захотел, посмотрел по интернету, увидел британских котов, и мы захотели купить этого кота.
Ну, когда приехали выбирать, она сама нас выбрала, и поэтому у нас получился шотландский кот. Она сама к нам пришла на руки, и мы ее забрали, полюбили. Она у нас теперь самая главная хозяйка в доме. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель». У Гомельской центральной городской библиотеки имени Герцена открылась выстава картин, вышитых бисером. На суд жихароў и гостей областного центра ее представила гомельский майстер Надея Шлыкова. У экспозицию вошли 13 творчих работ автора. Это вышитые бисером портреты, натюрморты и пейзажи. С творением картин, которые зачаровывают свою прыгажостью глубиной сюжетов, Надея Шлыкова занимается крыху больше за год. Первой ее работой стала икона Святой Матушки Матроны, а за тим автор почала освоювати інші тематики. Як признається Надія Шлыкова, на заняток творчістю її натхнило само життя після перенесених її серйозних проблем со здоров'ям. Зараз карпатливому і працеймкому процесу вишивки картин бісером жанчина присвячає увесь свой вольний от праці час. Створює їх майстер по ескізах малюнків, які набиває у крамах або інтернеті. Робить гэта з душою, укладываючи у свої творчі роботи виключно самые позитивные, добрые почутці і емоції. Всю свою душу, всю свою доброту, всю свою хорошие позитивы. И вот особенно, когда вот молодежные картины, когда я вышивала вот парень с девушкой, у меня такое впечатление, чтобы вот такая наша молодежь была вся добрая, вся такая жизнерадостная, чтобы они всегда были все в паре, чтобы они радовались жизни, радовались друг другу. У Израиле завершился чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. На континентальном форуме у Нетании сборная Беларуси завоевала 4 медали – 3 бронзы и 1 сребра. 3 узнагороды принес национальной команде Евген Цуркин. Гамельчанин стал другим у заплыве на 50 метров баттерфляем. Еще 2 медали здобыты у эстафетных споборництвах. Цуркин поднимался на третью приступку пьедесталу гонору в складе мужчинской комбинованной эстафеты 4 по 50 метров и эстафеты 4 по 50 метров вольным стилем. Еще одну бронзу белорусская команда завоевала у смешанной комбинованной эстафете 4 по 50 метров. На этом тыдні у Беларуси заховается довольно теплое надворье. Вызначать его будет паўднёвый антициклон, тому ветер почне стихать, однако завтра по усходе краины чекается его узмацнение порывами до 15-20 метров за секунду. На территории Гомельщины завтра чекается переменная облачность и переважно без опадков. Ветер паўночно-заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14, у ночи месяцами до 15-20. У сувязи с узмацнением ветру супрацовники МН нагадывают аутоуладальникам региона, что не варто покидать свои транспортные сродки поблизу аварийных древ. Что тычется температурного фону, то завтра на Гомельщине сутки термометров в ночи будут показывать от 0 до плюс 5 градусов, у день до плюс 7. У середу и четверг температура поветра в регионе максимально уздымется в ночи до плюс 3 градусов, у день до плюс 5. Так само на протягу тыдня на территории Гомельской области местами будут сгущаться туманы, ночью и раницей магчимы слабый гололед. У выходные дни надворье снова погоршится. Праз Беларусь будут проходить атмосферные фронты с Заходней Европы. Часом магчимы опадки в выгляде мокрого снегу и дождю. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.